Его зовут Святослав. И именно сейчас для вас он будет показывать и демонстрировать удивительные вещи. Вам будет очень интересно. В другой коробочке, правильно? 6 бубей? Не поверите, смотрите, я неспроста вышел сюда с пустыми руками. Если фокусник выходит на сцену с пустыми руками, значит, у него есть что-то в карманах. Ирена, специально для вас я приготовил вот такой вот пакетик. Посмотрите внимательно, там пластиковая коробочка. Подходите сюда ближе, если удобно, подходите. Под аплодисменты, друзья. Идите сюда, чтобы все нас видели. Ирена, достаем отсюда колоду карт, правильно? Из пластиковой коробочки. Держите пластиковую коробочку. Вы перевернули всего лишь одну карту. Да? Смотрите, открываем коробочку. Все карты лежат в одну сторону, правильно? Одна карта перевернутая. Мне кажется, это именно 6 бубей. Аплодисменты Ирене, друзья! Спасибо, это вам на память, и верьте в чудеса.